Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик», и сейчас мы с вами приготовим очень вкусный салат из молодой капусты. Молодая капуста очень полезна, в ней содержится просто невероятное количество витаминов, например, витамин В1, витамин С, много-много других, в ней мало жиров, и она очень вкусная, и салат получается недорогой. Нам понадобится молодая капуста, свежий огурец, укроп, консервированная кукуруза, это по желанию, если у вас ее нет, можно и без нее. И для заправки мы возьмем лимонный сок, растительное масло, сахар и соль. Растительное масло для заправки можно использовать любое, которое вам нравится. Можно обычное подсолнечное, с запахом, без запаха, оливковое, кунжутное, в общем, любое абсолютно, потому что мы нагревать его не будем, оно пойдет у нас в таком свежем виде. Вместо лимонного сока можно взять столовый уксус. Первым делом нам нужно тонко нашинковать молодую капусточку. Обожаю капусту, я могу ее просто так есть. Ой, вкусно. Капусту отправляем в большую миску и дальше натираем на терке, или обычной крупной терке, или на специальной терке для корейской морковки, огурец. Смотрите, вот такие макаронины из огурца у нас получаются. И теперь, прежде чем добавить огурец к капусте, мы в капусту насыпаем соль и немножечко мнем ее руками, чтобы капуста дала сок. И теперь добавляем огурцы. Теперь нарезаем свежий ароматный укроп и добавляем к нашему салату. Наш салат готов, нам осталось приготовить только заправку. Для этого мы смешиваем растительное масло, соль мы уже сюда добавили в салат, масло, лимонный сок и сахар. Хорошенько перемешиваем, наливаем в салат, снова перемешиваем и даем ему настояться хотя бы 5 минут. Чуть не забыла, если у вас вдруг залежалась консервированная кукуруза, как раз она отлично впишется в этот салат, ее можно сюда добавить. Смотрите, какой яркий весенний у нас получился салатик. Главное, он очень полезный, вкусный, и его можно есть даже в пост. Обязательно готовьте, пишите ваши отзывы и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!